О, да! Ты посмотри, какой он маленький! Вторую неделю вышло обновление! О май гад! Я нажимаю... Это что, не надо нажимать? Что-то я не понимаю, что происходит. Кат-сцена, смотри. Он уснул! Ай-яй-яй, тихо! Да! Ах, жесть, как ты меня ушатал, блин! Окей, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, и это Baby Blue Brothers во Friday Night Funkin. Это малыш с синим братик, бойфренда, младший братик. Вот, вышла вторая неделя, и мы сейчас на нее посмотрим, а кто не видел первую неделю, сейчас я напомню, что там происходило. Что ты там зарядил? Ого! Гомер Симпсон, что? Фредди! Что? Очуметь! О, опять вернулся в себя. Ой-ой-ой! Заорал опять. Так, у нас была первая неделя с вами, а есть уже вторая неделя. Давайте глянем первую неделю. Кто не смотрел, ссылочка в описании. Посмотрите, пожалуйста. Пошли смотреть вторую неделю. Вышло обновление. О май гад, вот это он психанул. У него тут новые фазы, короче. Ох, жесть. Сосет большой палец, как сердитый ребенок. Ты ничего, говорит, не можешь поделать. Ты думаешь, это остановит меня? Кто это? Ай, все, песенка начинается, да? Ужас, так. Окей, давайте смотреть. Там на заднем плане кто-то бегает. Первая серия, первая не... Ой, жесть. Окей. Сейчас давайте посмотрим анимацию поражения сначала. А, понятно, она такая же. Ясно. Поехали тогда проходить песенку. Окей. Тут все изменено, ребят, вообще, смотри. Окей. Поглядим. Сможем ли мы пройти? Отлично. Жесть. Но сложный мод, слушайте. Ого. Жесть. А кто там бегает на заднем плане? Я не понимаю. Малыш вообще, короче, разозлился. Ох, бешеный. Ха-ха-ха. Братец наш. Baby Blue. Ой-ой-ой-ой, нифига себе. Ты посмотри, как он меня начал атаковать. КПшка, у меня все уже заканчивается. Ух, жесть. Ой, отлично. А нет, еще, ты посмотри, это еще не конец. Ладно, давай, малыш. Хорош. Пошли. Че он там в руках еще? А, он крутит типа свой это, чупа-чупс. Да что ты будешь делать? Ух, тяжело. Сложный мод, ребят, сложный мод. Ух, жесть, ты посмотри, он опять начинает. О май гад. Малыш! Спам! Хорош! Ух! Не, я без спама не могу, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой! Отлично. Длинная песня, достаточно длинная, вообще жесть. Так, что дальше он тут предложит нам?
Выполняет обратно сальто, говорит. Ага, и все, и сразу песенка. Ой, жесть. Он меня пугает, ребят, реально. Ох! Ничего себе! Экран увеличивается, как прикольно. Вау. Очуметь. Че так жестко-то? Мальчик. Малыш. Вот тебе и малыш. Вечно эти маленькие братики портят. О май гад. Очуметь, вот это жестко. Вау. Окей. Окей. Ай! Что такое? Давай, 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 давай! Жесть! О, хорош! Все, давай, малыш, не надо, хватит, пожалуйста! Что за демонический ребенок? Ой, жесть! Эй! Я нажим... Это что, не надо нажимать? Не понимаю, что происходит. Кат-сцена, смотри. Он уснул. Что, Funny Friday? Что происходит? О. О, что произошло? Похоже, тебе пора спать, братан. Выбрасывает голубого младенца из пустой части комнаты, видимо. И он скользит через улицу, как хоккейная шайба. Бойфренд, зачем ты его запулил? Он же сейчас разозлится. Чё, черный экран? О май гад. А, это сон ему снится. Во сне, смотри. Малыш уснул. Ого, сейчас что-то будет жесткое, походу, ребята. Я не думаю, что он просто так нам это все простит. Вау, прикольный трек. Вау. Прикольный. Хорош. Ну такой, короче, сонный трек какой-то. Жесть там, смотри, как будут стрелочки сейчас лететь, очуметь. Да хватит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо. Ах, жесть, как ты меня ушатал, блин, бро. Вроде бы ничего сложного там. Ладно, окей, я понял тебя. Ладно. Ух. Опять этот сонный трек. Надо его пройти. Начинается так он плавненько. О-ла-ла, у нас еще четвертая песня. У него еще какая-то новая фаза должна быть. По-любому, после сна он такой, знаешь, проснется, будет весь... Ах, сердитый, потому что его разбудили в самый ответственный момент. Ему снилась там бутылочка молока, наверное, с соской. И мы его разбудили своим рэп-баттлом. Каким образом бойфренд даже во сне с ним батлится? Я не понимаю. Ой, что-то я отвлекся.
Да хватит. Вроде нормально же шел. Так, отлично. Это вот сейчас самая сложная партия. Тут очень много стрелочек. И они постоянно там по две практически летят. Это жестко. Да почему? Я же нормально нажимаю. Чё ты гонишь? Ну что такое? Ну тихо! Я выиграл! Да, прошли! Ух, жесть! Вот это кто такой? Кто это бегает? Ты должна быть мой лучший друг, большой брат! Что? Кто это такой вообще? Что за инопланетянин? То, что там произошло, было безумием! Ты свел его с ума! Супер-бубер! А, это гоблин какой-то. Меня зовут Бегущий Гоблин. Вы можете назвать меня... Тргфор. Для краткости. Вы меня можете назвать Трг. Что за Трг? Все кровавые грытузы моей семьи были посвящены плаванию. Все мои родители, бабушки и дедушки были хорошими пловцами. Я тоже должен быть таким. Мой папа каждый день водит меня на уроки плавания. Но я был рожден, чтобы бегать. Трекел – это мое имя. И я отвечаю. ADC. Что это значит? Не знаю, не переводится. Теперь мы с гоблином будем этим... Бегущим гоблином мы будем файтиться, что? Ой, жесть. О май гад, смотри. Что с этим гоблином? О, перестань экран. Что за гоблин? Бегущий гоблин, это дружок. Это дружок Баби Блю. О, экран дергается. О, жесть. Ну, трек классный, кстати. Прикольный трек. Трек классный, мне нравится, ребят. Ну, гоблин не прикольный вообще какой-то. Крейзи, чувак. Ой-ой-ой. Да не-не-не, бро. Да нет-нет-нет, он давит меня. Ты посмотри. Жесть. Сейчас меня уничтожит просто. Гоблин, перестань, пожалуйста. Нет-нет-нет-нет. Мы просто так не сдаемся. Фух. Ну классно. Давай, 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 бро, заканчивай уже этот маскарад, хватит. Жесть какая-то. Вау, вау. Да блин, заколебал ты, гоблин, хватит. Сколько можно, что за друзья у тебя? Бэби Блю. Ну все, ну все, ну все. Прекращай, чуть-чуть остается, я должен его выиграть. Приехал на машине и сбила его. Все, конец, говорит. Бегущий гоблин быстро выздоравливает в больнице после того, как ему переломали все кости. Конец, говорит. Угарный, угарный мод, ребят. Это вот вторая неделя на Baby Blue. А, у нас есть еще какая-то, ребятки, по-моему, секретная песня Game Tunes. Давайте ее глянем. О, да, ты посмотри, какой маленький. Угар.
Смотри, бабью, какой прикольный. Секреточка. Ну, во фриплее, она не секретная даже, она так, видимо, открылась. О. Вау, 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 вау. Крейзи. Опять крейзи что-то происходит. О май гад. Чего? Что? Ой, жесть какая-то. Эй, успокойся, муж. А, все, мы прошли ее. Очень коротенькая секретная песня. Это вот новые, я так понимаю, 3-4 песни, да, были? Где? Где у нас? Вот Emperor, Baby и Track Star, да. Все, новые песни. Ну что ж, ребят, с вами был Максим, это был мод Baby Blue Brother, Friday Night Funkin'. Спасибо, что подписались на канал, давайте добьем, ребят, 1,5 миллиона подписчиков, остается совсем немножко, совсем чуть-чуть, я думаю, в конце октября мы уже с вами получим эту крутую цифру, вот, так что, кто не равнодушен, подписывайтесь на канал, всем удачи, ребятки, и всем пока!